Какая мощная, красивая в этом году акация. Пахнет, распустилась процентов на 30. Но пчелы не готовы. В общем, сколько смогут, столько и возьмут. А вот акация за городом. Как говорится, только-только-только-только. Но еще через 3-4 дня она распустится. Что и требовалось доказать. А вот веточки, только зубы показали. То есть даже в одном месте разновозрастная акация. Как раз еще недельку здесь продержится, но килограмм уже 10-15 принесут. На припеке она желтоватая, не белая, а желтоватая. Но это завтра-послезавтра начнет что-то выделять. Но основная масса будет выделять дня через 4. Коля, какая мощная акация здесь над железной дорогой. Вся будет в цветах. А вон соседнее дерево. Зубы только показало. Акация шикарная в этом году. На пасеке стоит знакомый для всех пчеловодов шум. Идет взяток. И взяток идет хороший. Пчела падает под прицеп, не долетает до прилетки, садится тяжелая. Акация выделяет хорошо, но носить некому. Позавчера было 2, вчера было 3, выпарили 300 грамм, так и должно быть. Нектар густой, влажность низкая. Акация в самом соку, но надеяться на большее нечего, потому что завтра обещают что-то днем 10, ночью 3, а по северу заморозки, послезавтра что-то 15-16, и только 6 мая будет где-то градусов 20. И вот, как говорится, дилемма, когда уезжать с дому. Ждать эти холодные качели, переждать дома. Все равно здесь теплее, может, что-то принесут. За городом точно ничего не принесут. В общем, веса покажут. Или, говорится, война план покажет. Ждем. Нектар есть. Падают под прицеп, под прилетку. Ползут он, видите? Мед есть. Но пчел нет. Как говорится, как хотели, как всегда, а получается, как всегда. Или как хотели, как лучше, получается, как всегда. Доброе утро, друзья. 5 апреля. Погода, как говорят, займи да выпей. 4 градуса тепла, днем обещают 12. Жара неимоверная. Завтра будет 14 или 15, только послезавтра будет 21. Акация стоит мраморная, в полном расцвете, как говорится, сил, но настали холода. Вчера был максимальный привес 3400. Всего принесли за 3 дня 8 килограмм. Это уже, как говорится, достижение в этом году. Пчела сидит. Ну вот, пыжится куда-то выскакивать. Собирался сегодня или завтра выезжать, но такая холодина. Решил остаться. Во-первых, акация еще, может быть, повисит. Ветра большого нет. Все сделал правильно. Улей расширил правильно, потому что максимальный привес, ну, может, будет 20 килограмм за все время. Матки прекратили сеять. Пчела носит мед туда, куда положено. В общем, откачаем все, что можно.
Ну так по большому счету рассчитываю килограмм на 20 в этом году. В прошлом году было 50 и 67. Вот такие примерно разности. Говорили, что Пасха в этом году будет поздняя. Весна будет ранняя. Но оказалось, что весна ранняя, а погода ничего не дает. Сто 130 пачек ващины. Разгрузил. Водитель подавал с машины, я их носил. Операция шикарная. Вот стоит посадка над домами. Вся белая. Уже шестой день цветет. И практически не сыпется. Но на улице плюс 8, пчелась. 11 часов дня, полет нормальный, плюс 8. Пчела в это время уже было почти килограмм принесли. С левой стороны чистая акация, с правой стороны майский. Но тут 95%, а то и 98% акаций. Чистая акация рекомендую для аллергиков, для детей маленьких приучать к меду, потому что аллергию не вызовет, и он чистейший. Ну а майский мед, в принципе, он не садится, видите, не кристаллизуется. Так что берите, пока есть.